Они выглядят так, не по-земному, как пришельцы. Удивительно, да? 2 недели назад мы здесь еще бегали в ледяных торосах, и море было все сковано сплошным панцирем льда, а сейчас класс. Привет! Да, сегодня большой пробег. Я начал необычно. Первый раз в сезоне с голым торсом. Ну да, жарко. Плюс 17 на улице. Хорошо, что есть немного ветра. И что в начале бега хорошо? Что нам нужно? Попрыгать! Попрыгать! Размяться, потому что нам предстоит первый большой пробег, летний, я бы сказал, летний. У природы весна, но у нас по температурам для бега это уже лето. Какая красота, да? Такая весенняя, нежная красота. Вообще, ты знаешь что? Сейчас ты будешь тоже в шоке. Смотри, что я нашел. Гриб. Ну как тебе? Какой гриб может быть в это время? 2 недели назад льды были, а здесь гриб. Какое чудо. Еще один маленький. Какое чудо. А? Вот это да. Даже не знаю, что за он. Надо будет потом посмотреть. Да. Вообще, конечно, бежать в таких местах очень здорово. Потому что, ну вот, эти раздолья этих подснежников, да? Скажешь, ну подснежники. Но и бег у нас сегодня классный. Единственное, что вот, ну, лужи на дороге, на этой лесной. Да, потому что 2 суток до этого шел сильнейший дождь. И, ну, как-то будем, это мы уже привыкаем к дождям, лужам. И когда они нам мешают или помогают бежать. Все, это у нас уже летний сезон. Что ты хочешь? Кстати, здесь по пути одно знакомое болото. Давай посмотрим, как оно просыпается от зимы. Ну что, высокие травы еще только пытаются поднять голову. Но этот мох влажного леса, наверное, самая красивая, изумрудная вещь. Да. Вау!
Я тебе только хотел сказать, что здесь недалеко от болота в том году мы находили с тобой строчки. Смотри, какое чудо. Ты знаешь, эти грибы как пришельцы, допустим, с Марса. И вообще я не представляю, как их можно есть. Ну разве что надо быть самому инопланетянином. Они выглядят так, не по-земному, прямо какой-то невероятный космос. А вот еще один строчок около пенька примостился. Прямо какой-то невероятный космос. Они выглядят так, не по-земному, как пришельцы. Ты знаешь, подумалось, что хорошо, что вот кто бегает круглый год. И я тебе скажу, организм-то надо закаливать и от холода, чтобы не болел. Но надо каким-то образом его готовить к летнему зною. Вот сегодня я разделся. Я тебе скажу, честно говоря, в некоторые моменты я даже думал, даже если сними с себя шорты и останься голым, все равно мне жарко. Я бегу. Я подумал, что летом-то в 30-35. Да, мы адаптируем потихоньку организм, начиная бегать пораньше, чтобы для него не было стресса. Да. Ты знаешь, мне подумалось, что стоит завершить сегодняшний фильм, потому что если я буду дальше снимать, то что мы еще сможем увидеть? Я тогда никогда не выберусь из этого леса. Сегодня был классный пробег, и да, это первый летний пробег, несмотря на то, что он весной. А грибы – это фишка. Фишка всего. Это необычно. Это здорово. Ну вот, такие открытия приносит нам бег. И бег приносит удовольствие и счастье. А у меня на сегодня все. Живи ярко. До следующего пробега. Пока-пока-пока.